Я не понимаю, что здесь происходит. Лучше убирайся от... Ha ha ha!
Здесь кто-то есть. Элеонора, все готово. Можешь начинать. Здравствуйте. Меня зовут Элеонора Вишнева. Я гражданка Объединенных Советских Республик. Если вы меня слушаете, то прошу не менять частоты, а уделить минутку внимания моим словам. Ведь я говорю о том, что затронуло всех нас, о дне X. Итак, все мы знаем, что Новый Свет 2 года назад обвинил Огнена в саботаже и, по сути своей, террористическом акте, который, будем говорить прямо, уничтожил наш мир в былом его виде. Однако, все не так однозначно. Наша организация под названием «Правда» несколько лет вела независимое расследование. И буквально на днях подтвердились все наши опасения. Даже если Новый Свет напрямую не причастен к катастрофе Дня Х, они виноваты в том, что не контролировали департамент «Прорыв» и позволяли совершать десятки и сотни преступлений против человечества. У нас имеются документы, которые это подтвердят. И мы просим мировое сообщество вмешаться в то, что сейчас происходит в нашей стране. Мы не можем достучаться до правительства, так как в нем сейчас сидят марионетки конгломерата. Мы не можем достучаться до самого конгломерата, так как ему невыгодно признавать свои ошибки. Мы ничего не можем. Мы не можем рассказать ту правду, которую так тщательно скрывают. И поэтому мы просим помощи. Мы должны позволить случиться дню их снова. Элеонора, здесь что-то происходит. Мне нужно выбираться. Убегай! Убегай! Нас глушат! Скорее всего, на пик были отправлены патрули. Выбирайся скорее! Я в безопасности.
опасности, Элеонора. Отлично, мы сделали это. Да, мы рассказали всем правду. В наш офис уже пошли звонки. Это люди из нашей страны, со всех городов. Это люди из других государств, понимаешь? Мы донесем правду до всех. Мне нужно бежать. Думаю, ты понимаешь. Эй, только будь осторожнее. Само собой. Не ясно, как будут действовать НСовцы. А ты рискован. А? Что? Кто это? Забыл меня? Голос из головы или из рации? Как ты сам тогда сказал? Опять галлюцинации. Что сразу обзываться? Ты издеваешься? Ты непонятно что, с чем я разговариваю? Еще и пытаешься заигрывать в диалоге. Чего тебе нужно? Что ты вообще такое? Ничего. Я просто удивляюсь, как за такое короткое время ты изменился. Узнал много нового. Каково тебе предавать конгломерат, на который ты работал? Предавать? Ты, видимо, шутишь. Я поступаю по совести. Не по моей вине произошла катастрофа. Но надеюсь, что с моей помощью мир узнает правду и, возможно, все закончится. Наивный ты.